Крупный пожар на мусорном полигоне в Цинцаре Новоаннинского района, продолжавшийся несколько дней, полностью потушен. По факту инцидента открыты служебные расследования. Министерство внутренних дел проверит действия сотрудников Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, а также меры, предпринятые столичным управлением Аутосолубритати. Работу подразделения своей структуры проанализирует и мэрия Кишинева. Мы попросили службу внутренней безопасности и противодействия коррупции и Министерство внутренних дел провести служебное расследование для всестороннего изучения ситуации и обстоятельств, касающихся как подразделений муниципия, так и тех, кто несет ответственность за тушение пожара, начиная от управления Аутосолубритати и заканчивая Генеральным инспекторатом чрезвычайных ситуаций. Необходимо выяснить, все ли меры были предприняты. Ранее сообщалось, что в ликвидации пожара было задействовано 38 единиц спецтехники и 85 пожарных, спасателей и других специалистов. Мусорный полигон в Цинцаренах был закрыт в 2010 году из-за жалоб местных жителей на ухудшение экологической ситуации. В 2017 году ее снова открыли после того, как столичная мэрия обещала модернизировать инфраструктуру.